Здравствуйте, друзья. Как говорит Сережа Рахмойндес, наш дорогой. Вот сегодня у нас будут тефтельки, значит, по-хохлядски. Ну, тут для Сашеньки я, конечно, три сделала. А это у нас будет тефтельки с индюшатиной, с индюшки, Саша. Вот. Такие с... Саша. С морковочкой. Так как выходцы у нас были дед Сергей. Прадед Сергей мой и прабабушка Марина с Украины выселенные. Вот готовим иногда хохлядскую пищу. Потом будет у нас картошечка фри. Такая. Тоже в казанчике. Соломкой типа. Ну, картошечка фри. Вот. Ну, вот так. Как всегда, приглашаю, приходите. Это очень вкусно. Будет очень вкусно. Я делаю не первый раз. Ну, еще маленько можно томатику, но томат мы не едим. Это я томат. Как бы так. Приходите на угощение.